Так, ребят, всем привет. Продолжаем выживать в The Forest. Так. Давайте начнем делать крышу. У меня уже все заготовлено, в принципе. Правда, тут бегать придется долго, но что ж, кстати говоря, может быть придется в другом месте бегать, а посмотрим, где лучше. Так, что если я буду носить вот отсюда вот перекладывать, да, но зато тут вот быстро довольно-таки, да, раз, чем... А тут мне придется по лестнице, да, каждый раз. По лестнице, вот так вот, блин. Наверное, лучше переплыть. Давайте переплывем, куда я пошел. Берем весло. Так, поближе. Еще ближе. Сразу прям вот к крыльцу, чтобы. Давай, 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 разворачиваем. Прямо вот сейчас здесь подгоним. Чтобы просто забегать. И все. Все, вот так вот. Думаю, будет нормально. Я вообще могу прямо заплыть туда, да? Блин, чуть-чуть бы. Можно, конечно... Давайте, знаете что? Давайте принесем... Притащим сани наши. Быстрее будет просто... Ну-ка, я смогу заехать? Не, не могу. Но вот так вот, по крайней мере, все равно это будет, я думаю, лучше. Так, убери топор, он тебе здесь не нужен. Все, что... Блин. Так. А, это я тут палки еще поставил. Думаю, что такое тут стучит. Несколько палочек положил, да? Так, ну-ка. Вот оно, отсюда, да, идет? Да. Отсюда уйдет. Сто 10 бревен надо. Это же все бревна уйдут. Останется, по-моему, штук 8. Потому что у меня 118 бревен где-то было. В полете прямо строит. Оп. Где-то бревно лишнее взял. Как сайгак прыгаю. На весу буквально все делается. Так, ну вот. Ну здесь еще положится.
Так, надо будет сейчас скоро уже перекусить. Это скорость, мега скорость по строительству. Так, что-то день идет быстро. Ну-ка, дай ко мне. О. Есть такое дело. Остается сколько? Тут 30, да? И внизу еще. Внутри еще 30. 60. 60. Но мне нужно. И вот здесь вот эти еще 12. Ну то есть не 60, на самом деле 70 с чем-то там, потому что по 12 в ряду лежит. Эх, одно взял. Так, давайте, давайте, знаете что, сходим, поедим. Так, но я же могу это попить-то. А, у меня при себе есть. Ну-ка, есть, все нормально. Давайте попьем тогда. Что-то вода это заканчивается, что, блин. Да давай, залезай. Блин, опять я тут эти палочки ставлю. Да, что ж ты будешь делать? Все, давай поставь сразу же. Вот так, кто мешает все это дело. С панталыги сбивает. Так, кстати, смотрите. Начал я тут камин. Ну, точнее, почти сделал. Вот оставил пока, чтобы там еще стенку бы можно было сделать. Вот шкуры даже тут повесил. Вот такие вот. А вот эту комнату тоже сделал. Тут уже можно спать. Сохраняться можно. Давайте сохранимся. Все, отлично. Продолжаем строиться. Я вот этот плот забивал дня два, наверное. Может быть, даже чуть больше игровых. Заготавливал. Так, ну-ка. Сейчас второй ряд пойдет уже, наверное. А, все? Писали же 110 надо. Ничего себе, вот это хорошо. Сэкономил, сэкономил. Вот это красотень. Вот это нормально.
Так, и нужно будет сюда сделать... По той стороне, точнее, надо будет сделать леса теперь, чтобы ходить. Потому что изнутри не буду я делать. Здесь... Ну, здесь я сделаю лестницу, чтобы забраться. Вот. А там нужно будет делать... Леса. Так. Давайте на секундочку присядем, отдохнем. Сейчас бегаем в сторону леса, да. Я палочек немножко заготовлю, просто буквально там... На одну ходку сбегаем. Как раз уже темнеет. Одну ходку по-светлому можно сбегать, сделать. Так, а вон те вот столбики потом. Потом, конечно, не сейчас. Нужно будет... Так, искупаться обязательно. Нужно будет сломать потом. Они там уже не нужны. Я думал, я тут буду это... Скидывать их, бревна-то, да, чтобы они не укатывались. Но вроде обошелся без этого. Так, где там этих людоедов не видно. Пока тихо. Здесь еще хорошо, вот эти вот они так хорошо растут здесь длинными сразу. По две штуки, раз-раз. Отлично прям вообще. Так, сколько? 20, все, лишнее рубить не будем. Прямо 20 как раз четенько. Знаете что, давайте еще, пока я тут, возьмем еще одну черепаху. Во. Да можно даже две, зачем одну-то? 4 куска мяса будет сейчас сразу. О, берем. Все отлично, отлично. Темнеет. Тут, кстати, можно, блин, есть один тут это. О, чё ты смотришь? Держи привет. Да ладно, погоди ты, чё ты? Погоди. Нарвался на парней на местных. Эх, потратил энергию. Не добежала она до меня. Чё, окружаете, да? Погоди ты. Мимо. Зуб потерял. Тихо, мужики, спокойно. Дайте мне восстановить энергию. Кстати, я когда вот сюда плот подгонял, тут есть акулы. Мимо. И уже вообще темнеет. Мне уже нифига скоро не видно будет. Тихо. Да хорош, тихо. Он это поднимает, девчонка. Я ее отхерачил. Да ладно, нифига себе. Че, обалдело, что ли? Второй. Третье. Это куда встал, а? Куда встал? Гаденыш. Да, я с вас хоть зубы соберу. Так.
Стрелы, да, значит, могут это. Блин. Давайте, знаете, что я головнюка ихнего заберу, да и все. А что у меня там по стрелам? В принципе, можно сейчас поджечь пока. Спалить их тут, да и все. Почему бы нет? Иди сюда. И на броню заодно. Так, где третий-то? Что-то я не понял. Так, перо. Где еще один? А, вот он. Иди сюда. Давай. Блин, так хуже видно-то. Это еще не стемнело. Солнышко сейчас уже все сядет. Так, брони. Ну да, броню заодно сделаем. Что-то как-то их трое человек всего пришло. Ни туда, ни сюда. Их обычно больше. Так, давайте сразу. Десяток стрел сделаем. Так, можно одну броню сейчас сделать сразу. Они все равно мне одну броньку сняли и оденем ее. Остается 4, да? Сколько стрел? 40 стрел, ну, нормально. 40 стрел нормально, сейчас еще вот 6 костей забираем. Все. Идем отсюда. Пока тут еще кто-нибудь не пришел. Мутант какой-нибудь. Так, давайте мясо, во-первых, повесим. Так. Сохранимся. Отлично. Давайте в дом разожгем огонь. И потеплее будет. И посветлее будет. Так. Что мне нужно? Можно даже вот камин разжечь. Тридцать палок. Но здесь нету шкуры, поэтому тратить на нее нет смысла. Так, вот можно сюда. У меня, по-моему, я не помню, у меня в этом есть, нету. Сейчас посмотрим. Давайте уберем сани отсюда. Вроде бы нету, да? Ну-ка. Не, нету. Я думал, у меня тут есть. А у меня тут, оказывается, нету. Так, ну нужно будет это, теперь леса сделать. Давайте, ну, может быть, сейчас наметить их. Ну-ка. В принципе-то можно попробовать в темноте-то, да? Не так уж темно. Леса. Можно, конечно, вот такие вот.
Так. Чуть назад. Вот так, раз. И ведем. Ведем. Вот до... В принципе, нормально. Во, можно будет намечать, ходить там. Сколько надо? 23. Без лесов никуда. Лестницу еще нужно будет сделать. Но лестницу можно будет сделать и с той стороны. Наверное. Залезть-то, да? Лестницу-то можно будет и отсюда маленькую наметить. Так-то я не залезу никак тут. Так, ладно, ждем утра. Так, ну что, ребята, утро. Утро наступило. Я всю ночь стоял здесь у огня. Мне холодно, потому что мой чувак мерзнет. Нужно шить теплую одежду. Для этого нужно мне за кабанчиками будет сходить. Но это не сегодня будет, конечно. И не на этом, и не здесь. Это надо будет на основное здание мне перебираться, на основной домик. Так, ну что ж, вроде нормально сейчас. Давайте с собой еды возьмем сразу. Вот. Раз. Два. Так, наполним фляжку. Давай наполним. Во. Отлично. Так, сохранимся. Что-то там... Ноги какие-то нарисованы были. Так, нужно 20... Да, ё-мо, не толкай. 23 бревна. Это две телеги как раз будет. Все, отлично. Вот я так подумал, знаете, что здесь не хватает в этой игре? Какого мутанта? Морского. Какого-нибудь осьминога здорового. Так, строишься, раз, выплывает, говорит, здоровый, блин. И за тобой, блин. И в дом лезет. Чтоб плавать было страшно, да? Вот не хватает реально здесь морских еще. Добавили бы, было бы вообще просто шикарно. Так. Давайте доделаем уже эти леса. Этот временный балкон. Только что было. Что-то у меня. Ну вот только что же было. Так, надо наметить, наверное, как туда лучше забраться. Жаль, здесь вот тоже нет такой простой лестницы, чтобы сделать. Тоже как-то вот немножко, я думаю, это неправильно у них. Простую бы лестницу придумали тоже, было бы вообще идеально.
Давайте вот, чтобы сэкономить, прям вот. Так. Вот так вот. Сколько? 6. Сколько? 6, 5. 6. 6. Давайте доложим сюда 5 штук. Тут есть, тут есть. Все отлично. Не, мне надо наверх. Давайте здесь. А я вообще здесь потом нормально у меня будет вот, вот с этой штукой здесь. Да, вроде нормально. Можно будет еще по-другому сломать. Все, убери. Спокойно, то, блин, ноги переломаешь. Все отлично, можно будет делать. Так, сейчас, секундочку, еще разок сохранимся на всякий случай, есть такое дело. Так, знаете, что я хотел еще сбегать, палочек нарубить, ходочку еще одну сбегать. Сейчас серия уже к концу подходит. Давайте сбегаем. Нарубим. Эх, хотел прыгнуть. Так. Обычно бывает, под деревьями тоже валяются. Так, еще одна вроде. Да. Влез потихонечку. Блин, а что-то я вот что длинная была. Ладно. Влез потихонечку. Восстанавливается. Так, вот, я хотел вывесить вот эту вот броню. Вот такую вот. Давайте. Вот эту вот. Во. Какой красный воин здесь будет стоять. Все. Один комплект остался. А что, только 9 вешается, да, я так понял? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 идет. Но 10 черепушка идет, да, только 9, значит.
Можно было бы какую-нибудь черепушку тоже такую интересную замутить сюда. Так, а я вот не... Я, конечно, не помню там... Ну, давайте... Нет, не из этих, наверное, скорее всего. Сейчас просто... Я просто не... Наверное... Ну да, не то. Не то. Так, крыша. Крыша. Так, ну-ка. Блин, я просто видел ролик и хочу понять, как он там делал, этот мужик. Он как-то из двух частей делал. Подожди-ка. Так. Нет, не так. Так, ну ладно, это я уже потом тогда за кадром попробую, посмотрю. Ну что ж, ребята, вот такая была серия. Крыша сделана, осталось закрыть вот это место. Там что-то доделать. Но, в принципе, уже... О! Вот так вот. Кстати говоря, пока мы здесь, знаете, что надо будет сначала сделать-то? Не крышу сначала надо будет. Ну, не, точнее, не это доделать, а... Блин, дай-ка мне вот... Я могу закрыть? Я хочу вот... Ну-ка, я хочу посмотреть, как вообще это смотреться все дело будет. Такой... конек сделать, который закроет все это дело. Ну а что, мне кажется, в принципе-то, да, более-менее, зато... Ну-ка, отсюда. Ну, в принципе, вроде ничего так. Можно было, конечно, пониже его сделать, но пониже он что-то не делается. А фиг его знает. Не, наверное, пока уберу. А там, если что, в комментариях пишите. Всегда можно будет сделать его. Ну, на этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи и до новых встреч. Пока.